Иммунизация полным ходом. Прививки от гриппа сделали уже более 6 тысяч муромлян. В Муром поступила первая партия вакцины «Сови-грипп». Всего по плану в этом году планируют привить более 54 тысяч человек. Это 40% населения. Вакцинация добровольная и бесплатная. Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту жительства, как взрослым, так и детям. Под воздействием вакцины повышается сопротивляемость организма не только вирусу гриппа, но и другим возбудителям острых респираторных заболеваний. Снижается число случаев развития воспаления легких, обострений хронических заболеваний.